Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. В этом видео я хочу показать вам набор петель с имитацией фабричного края. Такой набор делается для резинки, и сначала мы просто набираем необходимое количество петель обыкновенным классическим образом. Вот так. Я думаю, что каждый это умеет, и наберете вот этот вот первый, так скажем, нулевой ряд самостоятельно. Смотрите, я буду вязать горловину изделия, поэтому объединила свои петли в круг. Если вам точно так же вы хотите связать, например, шапочку, это проделывается аналогично, в круг петли объединили, и дальше я покажу, что делать. И если вы вяжете резинку 1 на 1 поворотными рядами, все, суть та же самая. Итак, я петли в круг объединила, и следующий ряд, первый ряд, да, я распределяю петли на лицевые и изнаночные. Ну, то есть провязываю первый ряд резинки. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так далее до конца ряда. Смотрите, и в следующем ряду мы с вами должны лицевые и изнаночные провязать особым способом, то есть, так сказать, по-хитрому. Я уже начала немножко вязать, сейчас покажу, что получается. Вот, изнаночную мы провязываем как всегда, а вот лицевую мы заводим спицу вот так вот сзади, подхватываем ее, снимаем, разворачиваем и снова навешиваем на левую спицу. Вот теперь мы ее провязываем, то есть она у нас вокруг работы обкрутилась. Изнаночную вяжем как обычно, а вот лицевую давайте еще раз покажу, как это делается. Завели спицу вот туда, видите, под работу, подхватили лицевую, сняли ее с левой спицы на правую, развернули спицу сюда обратно вперед и перевесили лицевую петлю снова на левую спицу. Вот теперь мы ее можем провязать. На первый взгляд это кажется сложно и долго, но на самом деле все получается достаточно быстро. И вот такой вот наборный край выходит. Сейчас я провяжу резинку и покажу, что в итоге получается и как это смотрится. Перед тем, как начать вязать какое-то изделие, обязательно провяжите, свяжите образец, посмотрите, как смотрится в вашей пряже такая резиночка, такой наборный край, потому что, ну вот, например, мне не в каждой пряже нравится вот этот наборный край. Здесь я увидела, что он смотрится неплохо, поэтому приняла решение вязать вот этот фабричный наборный край. Все, сейчас провяжу и покажу, что должно получиться. Итак, я уже провязала достаточно, и хорошо видно, как выглядит вот этот вот фабричный наборный край. Вернее, его имитация. Достаточно хорошее растяжение здесь по краю. Зависит, конечно, от пряжи. Собирается хорошо. Вот у меня шерсть стопроцентная. И у ниточки такая достаточно хорошая скрутка. Поэтому резиночка здесь держится идеально. Вот. Поэтому говорю, смотрите, пробуйте, вяжите образцы, как в вашей пряже будет выглядеть такой набор, и только после этого принимайте решение, брать его к себе в изделие или нет. Также хотелось бы напомнить, что если мы вяжем планку изделия резинкой, то не забываем о том, что спицы для резиночки берем на пол размера или даже на размер меньше, чем мы будем вязать само изделие, меньше тех спиц, которыми будем вязать основное полотно. Ну, на этом у меня все. С вами была Юля и мой факультет рукоделия.
Пока-пока!